Польские песенки. И раз в середине апреля уже показали четвертый этаж, а пятый этаж. Типа можно будет, наверное, в него поиграть. Наслаждаться музыкой, давайте допройдем уже игру. А, что у меня здесь? 6 дней до осады, 6 недель, да? Ну, дней. Стэн, ведьма, охотник. Много денег. Я могу всех оплатить сейчас. Не ввели его пока только описание, понял. Не думаю, что было хорошей идеей вставать сегодня с постели. Не думаю, что готов иметь с этим дело. Сообщил крестьянам, что вы хотели их видеть. Ваша светлость, я наконец-то отследил этого Яроша. Его следы привели меня в лес, где я никогда не был. По всему лесу росли какие-то грибы. Мне кажется, у меня начались галлюцинации, я стал видеть его следы повсюду. Я бросил по лесу несколько дней, бродил по лесу несколько дней, прежде чем выбрался из этой ловушки. Но в конце концов я достал этого зверя. Мне жаль, что это заняло так много времени, ваша светлость. Мы беспокоились о тебе, я рад, что ты вернулся. Хорошенько отдохни, прежде чем снова вернуться к работе. У нас еще много дел. Спасибо, ваша светлость. Еще кое-что. Я принес вам его кожу в качестве доказательства. Моя жена сказала, что из нее получится красивый шарф или что-то в этом роде. Шкура Яроша. Оказывается, у этого ужасное существо такая мягкая кожа. Похоже на зайчика мертвого. Не думаю, что она мне понадобится. Я передам это Одри, возможно, он сможет продать это. Одри? Два золота. Понятно. А почему позвали меня? Присоединишься ли ты к моей армии? Вы помогли мне найти этого подлого Айтаварса. С тех пор у меня никогда не было с ним проблем. Я помогу. Будете править еще долгое время, ваше величество. Хорошо. Что за безделушка? Мы шли о принцессе, ваша светлость. Я оскорблю вместе с вами. Но знаете, она была знатоком моды. Я ходила в старых потрепанных лохмотьях. Но она помогла мне выбрать подходящее платье для моего бюста. С тех пор нет отбоя от посторонних взглядов. Ее смерть огромная потеря для нас. Примите наше соболезнование, этот небольшой подарок. Спасибо. Вся наша деревня в трауре, ваша светлость. Мы слышали много хорошего о принцессе Варсули. Лично был свидетелем ее доброты. Мы встретились на рынке. Она была не только добра ко мне, но и оставила мне лишнюю монету. Жаль, что она ушла, ваша светлость. Вот, возьмите. Понятно. Очень жаль, ваша светлость. Однажды я встретил принцессу в поле. Моя телега застряла в грязи, как всегда, на одном и том же месте. Принцесса занималась верховой ездой. Вместо того, чтобы просто пройти мимо, они вместе со своей стражей остановились и помогли нам подтолкнуть телегу. Она была так молода, она не заслужила смерти. Точно не такой. Вы простите, я не должен был это упоминать. Я плохо справляюсь со своими эмоциями. Вот просто возьмите это. А что с принцессой стало? Ее сожгли по подозрению в том, что она ведьма. Ну, это сделал ее муженек, принц этот. Такое несчастье, это большая потеря для всех нас, ваша светлость. Однажды я наткнулся на принцессу Арсулию в залах, когда я ждал аудиенции с вами. Я испугался, что она трубит мне голову, но вместо этого она сказала, что ни о чем беспокоиться, и пожелала мне хорошего дня. Я принес вам кое-что. Это не вернет вам дочь, но, возможно, скрасит ваш день. Очень жаль слышать о принцессе, ваша светлость. Я подругу Ларсули, мы часто гуляли в саду вместе. Там мой парень бросил мне и разбил мне сердце, я плакала целыми днями. Принцесса Ларсули была добра, и она всегда посылала мне маленькие глупые письма, чтобы поднять мне настроение. Она помогла мне пережить трудные времена, и я наконец нашла себе достойного. Надеюсь, что ваша семья наконец немного отдохнет, когда все это закончится. Это подарок. Спасибо всем. Да. Неопределенное время буду удаленно работать. Интересно, как продуктивно это будет, учитывая, что я смогу заходить на стримы.
Так, карта, давайте отправляем всех. Если бы я еще помнил, что и где. На самом деле, мне уже, по-моему, не важно. С постоялым двором я, по-моему, помог. Подтвердить генерала. Чесотка. Двойной налог точно не помог. Ему, по-моему, тоже не помог на самом деле. Ладно, не знаю, просто отправим всех. Какая разница уже. Игра уже выиграна, я уверен. Ну как выиграна, мы потеряли Ларсулию. Все, делаем баллисту. Оставляем всех. Я сообщу крестьянам. Спасибо. Я сообщил крестьянам. Вы вызывали меня, присоединишь ли ты к моей армии? Конечно, ваша светлость может рассчитывать меня. Я и мой постоялый двор всегда поддерживали это королевство. Всегда получал помощь от вас. Я соберу своих людей. Спасибо. Присоединишься ли ты? Я не могу покинуть свою пекарню, ваша светлость. Бандиты, покупавшие меня прах Оракула, полностью взяли меня под свой контроль. Вместо хлеба я продаю прах. Они продолжают угрожать тем, что причиняют вред моей дочери, если я пропущу хотя бы один день. Я понимаю. Да, ваша светлость, присоединишься ли ты к моей армии? Ваш генерал спас нашу деревню от злобных бандитов. Мы с остальными жителями с радостью поможем вам. Ваша милость, мы нашли тех, кто бежал из родовской армии. Мы приковали их цепью к стене замка. Вы должны пойти и разобраться с ними. Я приду, как буду готов. Я помню, ваша светлость, что ваше решение повлияет на сделки, которые мы заключили с королем Фабианом и королем Эдриком. Окей. Казнить. Всех казнить. Они виновны в смерти наших братьев на поле боя. Мы не должны жалеть врага. Пусть они попробуют наш сталь. У них нет чести, чтобы бороться до конца. Они бежали как трусы вместо того, чтобы встретить свою судьбу. Но у нас они есть сейчас, и мы можем показать им нашу справедливость. Мне действительно нужно просто сделать то, что лучше для королевства здесь. Каждый король узнает, пойду ли я против них и, соответственно, откажется от их поддержки. Повесить их всех. Наши братья будут отмщены. Эй, ваша светлость, вы слышали короля? Давайте отведем их на холмы и сделаем из них пример. Сожжем их всех! Буи. Буи-буи. Монстр в колодце я точно не помог. Вот это потерянный сын. Чё-то я там сделал. Денег ему что ли дал? Тебя не помню. Я раз в деревне, но мы с ним только-только разобрались. Саммит короля уже? Опа! Добро пожаловать. Я собрал тебя здесь? Да, мы все знаем, почему мы здесь. Давай, пропусти всю чушь. Я имел дело с родовцами, как ты и просил, Эдрик. Фабио, несмотря на ваше мнение, я думаю, что это к лучшему. Мои солдаты разыскали родовцев, покинувших поле битвы. Я приказал их всех повесить. Молодые или старые, они проникли на нашу землю. Они убили наших братьев, они убили моих людей. Я не могу больше рисковать их убийством, Фабио. Мои люди также принесли мне своего короля, его так сильно избили, что он едва мог двигаться беззащитный и сломленный. Я должен был закончить то, что начал на горной тропе. Он угрожал моей семье, вел армию против нас. Я не хотел, чтобы этот человек создавал больше проблем в будущем. Я принял свои решения, все из которых я готов столкнуться с последствиями. Поэтому я оставлю это последнее решение вам двоих. Ты поможешь мне отразить Атану из моих ворот? Ты хорошо справился, Эрик. Они лишь варвары, ачивку получили. Я знаю, было тяжело, но ты сделал, что для твоей семьи лучше всего. Я уже уважаю это. Тот факт, что это также успокаивает мой разум, делает его для меня очень простым выбором. Я имею в виду, ты придерживался нашей сделки, поэтому у тебя есть моя армия. Так много жизней потеряно, это можно было легко предотвратить. Я разочарован, Эрик. Мы могли бы многому научиться у них.
Все равно 280 показывает, а не 1280. Так, они вернулись с крестьянами. Ваша светлость, мы выяснили причины эпидемии. Оказывается, деревня выше по течению выбрасывает все свои отходы в реку. Затем загрязненная река течет через другие деревни. Мы используем эту воду для приготовления пищи и питья. Мы пытались поговорить с людьми в той деревне, но они не стали нас слушать. И все равно, потому что у них чистая вода. Ваша светлость, пожалуйста, вы должны помочь нам. О, она, наверное, хочет поговорить о том, что мы были так жестоки. Она может сейчас из дома убежать, потому что мы были так жестоки к этим. Ладно, я пошлю вам генерала. Убедите, что они не выбрасывают больше отходов в реку. Стараюсь с ним брать воду из этой реки в течение следующих нескольких дней. Жители будут очень счастливы. Эй! 79. Война грядет. После того, как мой сын пропал, я отчаянно нуждался в помощи. Я заручился с помощью другого короля. Король Эдрик нашел моего сына, и мы решили перебраться к их замку. Я рад, что кто-то помог найти вашего сына. Понятно. Чем могу служить? Конечно, ваша светлость. Ваш охотник хорошо справился с этими балтисами. Он доказал моей жене, что я не лгу. Вы можете рассчитывать на меня. Отлично. Вы что-то хотели? Присоединишься ли ты к моей армии? Вы восстановили наши дома после наводнения, они даже теперь крепче, чем раньше. Не думаю, что у нас могли бы быть такие хорошие дома в каком-нибудь другом месте. Мы постоим за вас в битве. Отец, не могли мы бы мы увидеться в саду, когда у тебя будет немного времени? Зачем? Пожалуйста, я просто приходите в сад, я объясню. Хорошо. Ваша милость, наш пастор болен, у него была высокая температура в течение нескольких дней, мы не знаем, что делать, ваша светлость. Спасибо. Аж больше нет никого, кто мог бы читать еженедельные проповеди. Бог отправит нас всех в ад, если мы не будем продолжать наш молебен. Мы боимся того, что может случиться, если лихорадка заберет пастора навсегда. Пожалуйста, помогите нам, ваша светлость. Хорошо, я отправлю вам ведьму. Она не сможет помочь ему. Если она не сможет помочь ему, возможно, она сможет провести проповедь на этой неделе. Ваша милость. Благодарим вас от имени всей общины. Эй! Ваша милость, я слышу, вы даете припасы для изготовления марзаны. Можно нам немного? Да, держите. Но это моя последняя, не приходите больше. Конечно, ваша светлость. Ведьму к пастору отправили. Только не смей убегать из дома, типа. Да, отец. Я хотел меня видеть. Что происходит в зале? Я ухожу, отец. Мы с Майей собираемся путешествовать по миру. Она уже объехала половину. И теперь хочет посмотреть вторую половину со мной. Вы слишком молоды, чтобы уйти. Позволил Арсуле жениться на Ива, королевском принце. И как все это закончилось? В зале это нечестно. Я не хочу такой же участи. Чем мой образ жизни хуже, чем оказаться в ловушке с чудовищем? Арсулия не могла выбирать, поэтому она не была счастлива. Если это решение не приведет ни к чему хорошему для меня, то, по крайней мере, я умру довольна. Зная, что это было мое решение, я думала, что, возможно, Майя родилась не на той стороне горы. А теперь я понимаю, что это я родилась на неправильной стороне стен замка. Это жить не для меня, я не так, кем должна быть. Отец, ты знаешь, как никто другой, что я не подхожу для жизни в замке. Я не хочу следовать правилам, я не хочу посещать банкеты или носить пышные платья. Хочу кататься на лошади, увидеть и исследовать мир за стенами замка. Майя помогла мне это осознать, я могу быть той, кем хочу в жизни. Отец, пожалуйста, не запирай меня в этих стенах. Я должна идти, отец, Майя ждет меня с лошадьми у замка. Ну кто я такой, чтобы останавливать девочку от исполнения ее мечты и забирать ее у любимой женщины? Иди, Аза. Только обещай, что вернешься в замок и будешь навещать мать. Привет, Женя, долго уже играешь? В эту игру 20 минут. Давайте заразим ведьму. Обязательно попрощайся со своей матерью, ты разобьешь ей сердце, если не сделаешь этого. Не забывайте иногда отправлять письмо отцу, по крайней мере докажите, что уроки про описание прошли зря. Напишу, отец, спасибо, обними свидание за меня и... Да. Берегите себя.
Ах, как об этом сказать матери? Nothing can stop love. О, смотрите. Ачив очка. Там просто их портреты можно увидеть. Седание, седание. Седание. Главное, чтобы она не умерла от медведя внезапно. Ваша милость. Я принес плохие новости, седание. Твоя сестра покинула замок, она собирается путешествовать по миру с Майей. Почему она оставила меня сначала в лете перезали, почему все покидают меня? Я не оставлю тебя, никогда не оставлю. А еще у тебя есть твои разведчики. Это не твоя вина, Седания. Мазалия просто хотела еще увидеть мир. Мы будем по ней очень скучать, но она обещала, что придет к нам. Хорошо, отец, просто обещаешь, что никогда не покинешь меня. Я обещаю, я никогда не оставлю тебя, малышка. Прощай! Просто и такая... Прощай, малышка! Медведь лучший защитник, да. Любимый. Мазалия ушла, сбежала с Майей. Я только что говорила с ней. Не знаю, как ты мог позволить ей просто уйти. Она такая молодая. Как она будет обходиться без нас? Где она собирается спать? Что она собирается есть? Ой, неправильно. Мать озвучила. Зачем-то включил свое изменение голоса. Я не знаю, что бы я там делал сам, но говоря о такой девушке, как она... Это то, чего она хотела. Она умная девушка. Вы знаете, она ненавидела это место. И она никогда не будет счастлива, выйдя замуж за какого-нибудь принца или короля. Я просто хотел, чтобы она была счастлива. Ты не беспокоишься о ней? Конечно, беспокоюсь. Но держать ее здесь только потому, что я волнуюсь, было бы очень эгоистично. Если мы понадобимся, и она знает, где нас найти. Кроме того, у нас Майя. Это заставляет меня чувствовать себя лучше. Я никогда не думал, что все так обернется. Знаю, дорогая, я тоже. Да... Да, замок опустел. Ползень, потерянная деревня в огне, Ярос в деревне. Но мы нашли этого Яроса, типа. Ту-ру-ру. Все, у меня приготовление максимальное. Я готов защищаться. Что дальше? Генерал сбежит с ведьмой. Опа, разыскивается. Любой, кто увидит ведьму, должен связаться с ближайшим постом сразу. Если такого нет, считается справедливым преследовать таких лиц лично. Женщины, живущие в одиночестве на окраинах городов и деревень. Под подозрением женщины с черными волосами предрасположенней других совершать темные ритуалы. Женщины, которые также исключительно привлекательны. Еще один признак ведьмы — это наличие у них... домашнего животного, будь то лиса, белка или особенно черная кошка. Ведьмы и любые дьявольские практики запрещены и будут караться смертью через повешение или очищение огнем. Только бог может судить их. Король Ива, сын Талиса, безумец из Атаны. Ива использует Варсулю как пример для подражания, ему все еще мало. Мои люди говорят мне, что до прихода армии Ивы осталось около 2 недель, ваша светлость, до прихода армии короля Едрика около 5 недель. Это означает, что они не будут здесь вовремя, чтобы встретить Атану, мы должны быть в состоянии продержаться до их прибытия. Надеюсь, мы сможем удивить Ива. Нам нужно отложить как можно больше ресурсов. Я знаю, Одри. У нас еще есть 2 недели, чтобы подготовиться. Я сообщил крестьянам. Уходили меня видеть, присоединишься к армии? Ну, я полагаю, если я должен, я считаю, что вы помогли нам ранее. Мы в долгу перед тобой. Только, пожалуйста, не давай мне опасных заданий. Ваша милость, медведь в зале совета. Быстрей, в зал совета. Окей. Седание, с тобой все в порядке. Я в порядке, отец. Все хорошо. Мы просто играли здесь. Ой, так слишком большой, не замечает, как врезаются вещи. Я знал, что это плохая идея. Мы должны положить ему конец, охотник. Мне опасен, пожалуйста, не убивайте его. Он не может сделать это снова. Еще один несчастный случай, я сам завалю его. Ничего не сделать плохого, обещаю, ваша милость. Это ее единственный друг. Типа, клянусь, я снова упаду в обморок. Надеюсь, медведь больше не доставит хлопот. Ее сожрет медведь. Я очень надеюсь, что нет. С каких пор ведьмы черноволосые, а не рыжие? Ты что, не смотрел этот?
Ведьмака, не читал, не играл. Ваша Светлость, у меня нет другого выбора, кроме как обратиться к вам за помощью. Наша деревня опустела на наших землях. Больше нет урожая, мы были вынуждены переселиться. Я и моя жена, и три наших мальчика решили переселиться в город. Попробовать свои силы на рынке. Моя жена отлично разбирается в тканях, она сможет шить одежду для всех. Но по дороге нас ограбили разбойники, они украли все ее швейные принадлежности, а также наши деньги и еду. Мы скитались несколько дней по деревням, прося подаяния у жителей, но у нас недостаточно денег, чтобы купить еду, и нет способа заработать больше золота. Вы поможете чем-нибудь нам, ваша Светлость? Я сожалею, что вам пришлось так тяжко в наших краях. А, вот, возьми это золото, чтобы купить новые инструменты и немного еды. Я надеюсь, что вы обоснуетесь здесь. Не могу поверить, что сам король помог нам. Мы извлечем максимум пользы из этого золота. Мария будет так счастлива. Изи. Любимый. Вой так устроил настоящий беспорядок в зале. Медведь растет очень быстро. Не ходи в зал совета, пока слуги не свяжут его. Что случилось? Всегда не в порядке, она не ранена, нет? Нет, дорогая, все хорошо. Они просто играли, опрокинули книжную полку. Сегодня он прокинул книжную полку, а завтра столкнет сюда не с лестницы. Тебе нужно успокоиться, милый ребенок совсем скоро родится. Как мне успокоиться? Моя дочь играет с медведем. Они в порядке, ты преувеличиваешь. Извини, ты не можешь винить меня за это. После битвы сатаны и рождения ребенка я хочу, чтобы этого медведя здесь не было. Конечно, возможно, мы найдем сюда и другого кота взамен медведю и пылинки. Так, новый челик должен был появиться. Вот этот вот трудное дело. Сразу же отправим к нему охотника. Опа, оседание. Диалог очка. Не думаю, что была хорошая идея оставить... Что же я делаю здесь без порядка? Ваше высочество обещает не повториться, он просто так разволновался. На самом деле это было очень смешно. Нет, не смешно, седание. Вы оба напугали меня, и мама очень волнуется за тебя. Я смог говорить ее оставить медвежонка пока что. Я понимаю, что у тебя немного друзей в замке. Но скоро мы это исправим, вот видишь. У меня много друзей, они просто все поумирали. Отец, я что, плохая подруга? Конечно, нет, свидание, твои питомцы просто очень невезучие. Хорошо, я позабочусь о Войтаке, посмотри на его блестящую шерсть, я расчесываю его каждый день. До свидания, он очень симпатичный малыш. Кстати, мне интересно, какое лицо было, когда свидание привела Мишку. Лицо было такое очень удивленное. По-другому не описать. Ваша Светлость, я поговорил с жителями деревни, которые выбрасывают отходы в реку. Они не были рады этому. Им некуда больше выбрасывать свои отходы. Хорошо, спасибо. О, чучело! Ваша милость, я только что вернулась от больного пастора, я дала ему особую травяную смесь. Он должен полностью выздороветь через пару дней. Жители деревни также попросили меня провести проповедь. Да, я сказал вам, что можете сделать ваш свет, я не смогла этого сделать, это против моих убеждений. Кто знает, что произойдет, если я вызову не того бога, мне жаль. Все в порядке, я уверен, что жители деревни что-то придумали. Не выбрасывайте мусор на дорогу, не выбрасывайте мусор в реку, это опять тот самый... Это опять тот самый, кто там, кузнец или мясник? Что вы хотите от меня, ваш светлость? Копить мусор у себя дома? Может быть, вырыть ров? Посмотреть на то, чтобы нанять несколько человек, вырыть огромную яму вдали от реки, накройте ее деревьями или плот, или одеждой, чтобы не воняло. И прикажи всем жителям деревни собрать их мусор в ведра и выбросить в яму. Я думаю, что это лучший вариант. Это неплохая идея. Возьми золото, найми несколько человек в помощь. Спасибо, ваша светлость. Я думаю, что мне придется все делать самому. Мы вырыем эту яму прямо сейчас. У меня есть свое небольшое дело, ваша светлость, я могу обменять ваши припасы на золото. Припасы на золото, примите мою сделку. Берем. Вали отсюда. Ваша светлость, мы готовы к конкурсу, заходите уже. Это те, которым мы не дали денег. Мы старались изо всех сил, Брунль.
Мы сделали наши марзаны из лучших тканей на рынке. Нам помогали лучшие мастера, мы купили самые лучшие нитки. Мы использовали морковь, яблоки для украшения. Фьетра, ваша светлость, мы сделали очень скромную марзану в этом году. Мы не хотели тратить много ресурсов, мы нуждались в них сами. Несмотря на это, нашим детям понравилось ее делать. Бранка, по традиции мы сделали нашу марзану из сена. Также мы использовали еду и припасами, которые вы нам дали. Вы можете увидеть зерно и яблоки. Я считаю, что получилось невероятно. Ваша святость, пришло время выбрать лучшую. Все приложили много усилий, чтобы сделать эти марзаны. И все они потрясающие. Но победителем станет... Слушайте, а может быть самый бедный дать? Типа их дети старались. А еще вот этот красивый. Ну, типа, на самом деле, они на нас уже обижены. Не, ну они неплохо постарались, с учетом того, что этим мы дали денег, по-моему, этим мы дали ресурсов. Оранжевый. Ваша решительность и вовлечение вашими детьми невероятны. Давайте не будем забывать, что этот праздник в первую очередь собирает нас всех вместе, чтобы праздновать весну, а не спорить из-за марзан. Поздравляю, Ветра. Большое спасибо, ваша светлость. Я безумно счастлив и благодарен, что вы цените семью. Надеюсь, вы прекрасно проведете время, сжигая их. Спасибо за чудесный праздник. И за участие в конкурсе, ваша светлость. Всегда пожалуйста, я и сам рад быть частью всего этого. Хорошо, люди, давайте сожжем их и попрощаемся с зимой. Опа! Вот так вот. Во время войны, вместо того, чтобы платить дань, они растратились на лучшее чучело. Да-да-да. Аж милость вызывали? Присоединяюсь к армии. Вы помогли нам встать на ноги на вашем городе, ваша светлость. Хотели бы вернуть долг? Часть нашей деревни разрушена, к счастью, никто не пострадал, но наши дома были разрушены. Нам бы понадобилось немного золота, чтобы купить материалы для постройки домов. Один из лучших генералов готов вам помочь. Нет, вот вам золото. Недавно мы тоже пострадали от наводнений. Вот золото. Я считаю, что этого должно быть достаточно, чтобы купить необходимые ресурсы. Широкий жест. Спасибо. Врунишка, что ли? На какой неделе появился Мишка? Слушай, неделю уже 5-7 назад. О боже мой, зал совета. Нет. Фух. Алена. Мишка, ты защищай ее во время осады, хорошо? Следующие несколько недель будут трудными. Тебе придется остаться со своей матерью, так что вы с Войтоком должны вести себя исключительно хорошо. Почему я должен остаться с матерью? Грядет война. Скоро прибудет войско. Войско, я об этом знал. Я не думаю, что Войток сможет сражаться с целой армией, ваша светлость. Я только недавно учил его быть тайным разведчиком. Ух, моя малышка, я люблю тебя, понимаешь? Я знаю, папа, я тоже тебя люблю. Я приду позже, увидимся. Береги маму. Любимый. Мы готовы к битве с сатаной. Я сделал все, что мог. Мы также укрепили замок. Надеюсь, мы сможем продержаться немного дольше. У нас достаточно запасов на 3 недели. Сатан такой большой, как мы сможем победить их? Победа над Радови была ничем иным, как чистой удачей. Что если они пройдут через ворота? Ты знаешь, первое, что они сделают, это придут за нами, Эрик. Я в ужасе. Я тоже. Дорогая, не позволю, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Я обещаю, мы выиграем эту битву, и как только мы победим, мы сделаем большой перерыв во всем этом. Скоро все будет кончено. Я знаю, дорогой, пожалуйста, пообещай, что завернешься как можно скорее. Хорошо. Так, кто-то еще хочет здесь пообщаться. Может, все-таки Алена? Буй. Был на рынке. Ой.
Медведь, защищай дочурку. Я не знаю, что здесь можно сделать. Давно стрим именно по этой игре идет, минут 30. Чтобы победить, надо вонючий мусор накидать на пути армии всей страны, ходить туда в туалет. Земля станет неинтересной врагу. Может быть, может быть. О, больной пастор. Все, чат, мы готовы к войне. Последний день. Поехали. Да. 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 Осада Гревна. Остинг, ты как раз вовремя. Подготовлен к худшему. И слушал, королева Аурелия родила девочку. А что там, кстати, за ачивка? Купи все апгрейды. Ну, я так думал. Поздравляю, ваша светлость. Опять девочка. Трудно праздновать. Когда у нашего порога есть враг, но спасибо. Давайте сосредоточимся на том, что здесь, как все выглядит. Мы собрали всех, кого могли, ваша светлость. Осада может длиться даже недели, месяцы, годы. У нас, конечно, не хватит людей и припасов так надолго. Мы должны продержаться до тех пор, пока не придет король Едрик. Он сказал, что ему понадобится 3 недели, ваша светлость. Я надеюсь, что мы сможем продержаться так долго. У-лю-лю-лю-лю. Три тысячи против наших 338. 3000 человек. Похоже на то, видишь, на того мерзкого ублюдка. Интересно, остался ли он в Атане или наблюдает за нами отсюда? Им потребуется время, чтобы подготовиться. Помимо большого количества воинов, у них есть еще одно преимущество – время. Мы должны осмотреть снаряжение вашей милости, убедить, что все в порядке, пока у нас есть шанс. Они не останутся на горизонте навсегда, когда они наконец доберутся до стен, мы применим раскаленное масло. Они ведь не повернут назад, так? Ваша милость, честь, мы никогда не видели так много людей. У нас все будет хорошо, смотри в оба, боец. У нас есть баллисты на каждой стене в замке. Надеюсь, этого будет достаточно. Как все выглядит? Я думаю, я еще не все проверил. Пойдем вниз, попробуем спуститься. У нас там ворота укрепленные должны быть. Их много, нет, не говори. Я предпочитаю не знать, не беспокоиться. Хотя моя прямой вызов в любом случае необходимости. Спасибо, Алена, я рад это слышать. Стрелки готовы. 98-99, стоп, вперед! Надеюсь, что мы не зря укрепили ворота. Возможно, это поможет нам выиграть время. Может быть, спасет нас. Стэн, вы были со мной с самого начала. Я не собираюсь никуда уходить, ваша светлость. Мы переживем это, я уверен. Лопатки, кирки, брусы. Похоже, мы готовы. Стрелы на взводе, острые и надежные. По всему замку распределены лучники. Все ждут вашего сигнала. Отлично. Ваш милость, мы имели дело с множеством чудовищ. И его просто еще один из них. Мы его тоже доставим. Спасибо, Велик. Интересно, что было бы, если бы дочку ему не отдали. А, по-моему, нельзя было. Может быть, можно было ее оставить с нами в замке, не знаю.
Я думаю, что мы готовы. Кажется, все в порядке. Мы готовы, насколько мы можем. Хорошо, что Атана работает медленно. Они не нападут на нас в ближайшее время. Все это просто показ сил, разминая свои мышцы. Не могу сказать, что я жду, чтобы это началось. Белый флаг, ваша светлость! Не стреляйте! Отставить огонь! Мы здесь, чтобы поговорить с королем Эриком. Король Ив передает сообщение. Пусть говорит. Король Ива настаивает на перемирии. Никто не обязан умирать сегодня. Поклянитесь королю Ива и искупите свои грехи. Любой, кто покинет стен замка и поклянется верности Иву божественному, королю Атаны получит прощение. Иначе... Нет, я безумным королям склоняться не буду. Иначе вы будете преданы огню за свои грехи, колдовство и богохульство. Не слушайте его ложь. Мы отстоим свой дом. Ива не знает ни милости, ни чести. Он предал нас на горной тропе. Он убил мою дочь, если вы покинете эти стены. Да вас ждет та же участь. Делайте, как пожелаете. Божья кара настигнет вас всех. Ну, а пусть идет. Отпустите его. Нельзя убивать посланника. Нам нужно собрать наших людей. Где все лучники? Мальчик, как тебя зовут? Это Собик, ваша честь. Очень хорошо. Где остальная часть вашего отряда, Собик? Я не знаю, ваша светлость, они должны быть где-то рядом. Вы будете в порядке. Ты очень смелый, Собик. Вместе мы переживем это. Да, ваша светлость. Так, держать. Теперь давайте найдем остальную часть вашего отряда. Атана на горизонте. Все скоро закончится. Что бы это ни значило для нас. Дразнить Ива. Эй, Ива! Цыпленок! Почему бы тебе просто не показаться уже, ты петух? Ух, я должен был облегчить свою душу. Они слишком далеко, они не услышат вас, ваша светлость. Я думаю, что сделал бы это в любом случае. Ха. Остальные должны быть где-то поблизости, ваша светлость. Леток. Имя! Как тебя зовут? Леток, ваша светлость. Забирайся на стену, Леток. Нам нужны твои стрелы. Атана наступает. Да, ваша светлость. Нам не выиграть эту битву, ваша светлость. У нас нет выхода. Возьми себя в руки, боец. Этот замок знал его худшие времена. Забирайся наверх, защити доверн. Хорошо, ваша светлость. Думаю, это конец. Лучше полезай на стену и посмотри, какая там обстановка. Оба, они приближаются уже. Маленькие квадратики. Это не 3000. По крайней мере, в два раза больше. Все может закончиться этой ночью. Их слишком много. Эти стены будут держать нас в безопасности. Они, может, превосходят нас числом. Но у нас есть одно преимущество. Эти стены еще здесь. И мы тоже. Оу, задоверн! Небольшой отряд выходит вперед. Они роют окопы. Лучники! Они все еще слишком далеко. Они должны готовиться к минированию стены замка. Если нам удастся это сделать, они разрушат туннели. Наша стена рухнет вместе с ним. Мы не должны это допустить. Они слишком далеко, чтобы стрелять по ним. Нам нужно найти способ преждевременно разрушить их туннель. Или, возможно, мы могли бы найти кого-то, чтобы быть более прямым и скрытным. Хочешь пойти туда и поджечь туннель, это было бы самоубийством. Мы всегда можем оставить как есть и надеяться на лучшее. Как пожелаете. Посмотрю, смогу ли найти кого-нибудь, чтобы справиться с этим. Если я ничего не смогу придумать, я дам вам знать, и мы просто будем надеяться на лучшее. Там 2800, Ива Куко. Медведь. Да не, ну это охотник должен, наверное. Я сделаю это, я пойду и сам подожгу их окопы. Это самоубийство. Может быть, но если это спасет остальных, я готов рискнуть. Хорошо, ты справишься. Очень хорошо, тогда удачи. Я должен проверить обратную сторону стены. Обратно это типа выйти, что ли, отсюда? Их туннель горит, охотник сделал свою работу. Насколько я могу видеть, он поплатился жизнью, ваша светлость. Охотник! Требушеты! Так они долго не протянут.
Осторожно! Хорошо, что наши стены укреплены. Ваша милость! Кто-то у ворот! На помощь! Мы бежали так быстро, как могли, а Тана сожгла всех деревни. Пожалуйста, впустите нас. С нами женщины и дети, мы безоружны. Ты можешь драться? Сколько вас там? Около 30. Вы можете бороться. Боюсь, нет, ваш светлость, среди нас в основном старики, женщины и дети. Это больше ртов, ваша милость. У нас трудности с поставками. Если мы оставим их там, то они покойники. Не, мы не можем... Впусти их, впусти, впустите их. Мы будем беспокоиться о поставках, когда доберемся туда. Это, правда, могут быть атанские люди. Ну ладно, спасибо, ваша светлость. Атана, как же, кажется, они остановились пока. Я очень надеюсь, что это не атанские. Атана прекратил огонь в этот день. У нас всего 330, но вот столько успели насобирать. Воин, наверное, смогли немного передохнуть от хаоса, творящегося вокруг. Наши припасы. Осталось только 10 ящиков. Ваше Величество, мы должны решить, как распределить запасы на ближайшие дни. Осталось лишь несколько мешков. Наши воины, наши люди хотят есть. Забудь также о своей семье. Нам нужны запасы еще как минимум на 3 недели. К слову, вы еще не говорили с королевой. Она хотела видеть вас. Позвольте мне поведать остальных. Салви Клэта Комиток, они хорошие парни, но выполняют приказ генерала весь день. Поэтому ты не хочешь присоединиться к ним? Их достаточно того, что я кричу на них, но кто-то должен поддерживать порядок в бою. Стэн, может быть довольно грубым в фейл битве. Что ты делаешь? Он прямо здесь может услышать тебя. А как его можно винить в этом? Попробуй организовать всех в таком хаосе. Ну, может быть, но все же, ваша милость. Не видел, что вы здесь. Поздравляем с новорожденной, ваша светлость. Пару недель, когда это наконец закончится, она будет бегать по саду, как другие. Надеюсь, до этого дойдет. Вы должны взять мешок припасов, это же лучники. Вам понадобится энергия, чтобы продолжать хорошо сражаться. Мы вас не разочаруем, спасибо, ваша светлость. Спасибо, что спасли нас, ваша светлость. Мы навсегда у тебя в долгу. Не упоминай это. Мы все в этом месте. Как ты сюда попал? Как тебе удалось сбежать, Татана? Правда, то мы только что побежали, когда пришли солдаты в синем, они начали говорить о грехе, очищении. Как только они вытащили свои булавы, мы поняли, какое очищение они имеют в виду. Остальные жители деревни пытались отговорить нас от этого. Но они не были там, чтобы говорить. Мы только что побежали, мы не оглядываемся назад. Хорошо, ты выбрал жизнь, не останавливайся на этом. Да, ты их впустил, мне тоже так кажется. Их разведчиков наверняка, поэтому они остановились. Да. Оставайтесь в тепле, согреться. Спасибо еще раз. Может быть, они будут просто пугать нас. Может быть. Как остальные? Кажется, здесь хорошо. Как поживают остальные жители города? Большинство людей не хотели оставаться возле ворот. Мы полагали, что рядом с королевской гвардией будет безопаснее, я уверен. Так, ну, женщины, возьмите мешок ящик, поделитесь этим с остальными. Этого должно хватить до следующей недели. Спасибо, ваша светлость. Мы не думали, что король вспомнит о нас. Ты хороший человек. Моя мама пела мне эту балладу, когда я была маленькой. Ореля тоже пела эту лули. Ей нравилось. Извинения, я не хотела. Это не твоя вина. Баху. Арсуля всегда любила приезжать сюда. Она могла здесь сидеть часами, ни разу не заскучав от этого вида. Так, ну семью надо покормить по-любому. Осталось только 8 ящиков. Дай припасы моей семье. Как поживаете? Немного отдохну. Мишу надо покормить, ну конечно. Как ты держишься, малышка? Я не такая уже маленькая. Хорошо, ты большая помпушка. Это уже нехорошо, это просто платье мне пышное. Просто пытаюсь отвлечься от проблем. Мы справимся с этим, ты ведь это знаешь, правда? Конечно, справимся, ты возглавишь войско, а мы тебя здесь прикроем. Нам не придется долго ждать окончания битвы, отец. Мы с Войтаком могли бы даже помочь тебе у ворот. Это уже лишнее свидание, тебе лучше остаться здесь. Атана пока далеко от стены, но вы все равно можете их услышать. Это ужасает. Мы пройдем через это, дорогая. Как ты думаешь, Азалия где-то там? Что ты имеешь в виду? В горах, в лесу, на далеких дорогах. Если его поймал ее. О, Салия слишком умная. И вместе с Майей они дополняют друг друга, и никогда ее не поймают. Ты прав, спасибо, дорогой.
Мне действительно счастливо, что ты позволил медведю остаться. Так безопасней. Как дела у Седани? Она еще ребенок, но она не боится. А, она храбрее, чем я, это уж точно. Скоро все закончится, я обещаю. Так сказать, учитывая все это, я бы немного отдохнул. Убедись, что наши воины лягут спать пораньше, нам нужно, чтобы они отдохнули. Вы распределили припасы? Да. Я старался быть честным, увидимся утром. Ваша милость, монстры в замке! Покойся, что происходит? Псы в замке, должно быть, как-то запустили сюда. Королева и моя дочь в безопасности, мы не знаем, псы повсюду. Должны поторопиться, ваша светлость, быстро в покое. Медведь! Yes! Любовь моя, свидание, все хорошо. Да, бой так спас нас. Если бы не медведь, псы бы добрались и до нас, слава богу. Арг, ачивка, yes. Время до прибытия Кинг Едрик 2 недели. Сохранить и продолжить. Нойс! Лучший медвежонок. Ива, конечно, не думал, что мы продержимся так долго. Эти стены могут выдержать больше, чем вы думаете. Что касается поставок, жители деревни, которым мы разрешили войти в стены замка, они убежали после того, как их не покормили. Они взяли с собой немного золота. Кек, окей. Войско Ива приближается. Надо было их покормить. Я думаю, мне бы хватило, наверное, не знаю. Блин, лол. Еще один день атаки волнами, ливнем стрел, что на этот раз? О, уже не 5000, уже 3900. Песнопение цепи. Что за запах, ладан? Не пытается снизить наш боевой дух. Они лишь играются с нами. Нет, позволяйте им шутить над вами, я не могу дышать. Этот дым не причинит вам вреда, это просто у тебя в голове. Ива думает, что он может снизить наш моральный дух, и похоже, это работает. Может быть, я найду что-нибудь или кого-нибудь, кто поможет убрать дым. Отлично, если не найдете, дайте знать. Я могу приказать воинам переждать, пока дым рассеется, ваша светлость. Тот, кто родился, малой или малая девочка? Я могу пойти на стену, возможно, я смогу избавиться от уловок. Разве это не опасно? Возможно, у нас есть выбор. Избавьтесь от дыма. Будь осторожным, я всегда осторожным. Я лучше проверю, как все выглядит наверху. Че, ведьма, с тобой... А куда ведьма делась? Кажется, ведьма тоже F. Дым исчезает! Ведьма сделала свою работу, кажется, она поплатилась за это жизнью. Мы наконец-то можем видеть цель, ваша светлость. Лучники! Туман рассеялся, у нас есть шанс на первый выстрел. Зарядить луки, выпустить стрелы, ведьма! За ведьму! Минус 40. Да уж, лучники наши, как всегда, слабо стреляют. Зарядить луки! Огонь! Братья, они приближаются к воротам! Ров задержит их! Лучники, готовься! Ого, ров хорошо их задержал, еще минус 300 где-то. Ваша милость, наши припасы горят, мы не можем позволить себе потерять ящики. Если мы покинем стену, то предоставим врагу простор для маневра. Они будут наступать сильнее, мы обязательно понесем убытки, ваш свет. То есть, если мы не потушим этот огонь, мы наверняка потеряем некоторые запасы. Ну, потушить огонь. Соберите людей, потушите, у нас и так не хватает припасов. Я останусь с остальными, и мы будем держать линию. Лучники! Стоя до конца, это был долгий и утомительный день. Атана продолжал наступать часами, но король Элик смело держал оборону. Они пережили еще один день. Без ведьмы. Собираюсь предложить руку Бьянке. Ты что, наш генерал стал твоим родственником? Да ты совсем с катушек съехал. Кроме того, мы на войне. Ей нужен кто-то, кто позаботится о ней. Это мой лучший шанс. Но король здесь. Мы должны взять мешки. Вам понадобится энергия. Мы вас не разочаруем. Пережили еще один день, ребят, молодцы. Надеюсь, мы сможем продержаться намного дольше.
Крестьяне? Может быть, они просто пугают нас, как остальные. Кажется, тебе здесь хорошо, как поживают остальные жители города. Большинство людей не хотели оставаться возле ворот. Полагали, что рядом с Королевской гвардией будет безопаснее, я уверен. Так, давайте припасы дадим здесь. Мне ли уже несколько дней, спасибо, ваша светлость. И семью накормить. Я не знаю, что еще думать. Чудовищные магии реально. Мне постоянно говорят, что король его здесь. Может, мы якобы занимаемся магией. Я пыталась наложить на него заклинание, но они не сработали, потому что он все еще здесь. Все, что я могу предположить, это то, что меня обманули. И невыносимо от того, что мои разведчики не помогли Варсуле. Я чувствую себя глупо, даже когда рядом Войдок. Ах, я не могу злиться на тебя. Это не твоя вина, ты просто медведь. Сделал все, что могла, Седа. Нет, не твоя вина. В его глазах его... Я убил его отца. Он ждет мести. Он считает, что я использовал магию, чтобы убить его отца. Я верю в магию, и чудовищ. Разве делать меня плохой? Ты веришь в чудовищ, отец? Только, пожалуйста, будь честен со мной. Я верю в чудовищ, магия. Хоть и трудно увидеть что-либо, просто сидя в замке, у меня нет другого выбора, кроме как не верить в них. Наши разведчики постоянно имеют с ними дело. Даже если они являются частью нашего мира, хорошо знать, что мы можем помочь кому-то, отправив охотника. В глазах Ивы мы чудовище, он должен избавиться от нас, чтобы лучше спать по ночам. Он обвиняет меня в смерти своего отца и не признает моей невиновности, я просто не знаю почему. Все будет хорошо. Мне жаль, что это не мальчик Эрик, это не твоя вина, дорогая. Для меня большая часть быть в окружении таких красивых женщин. Я не уверен, что мы можем помочь, Эрик. Если им удалось натравить на нас собак, то что остановит их попытки сделать что-то еще? Все хорошо будет, Аврелия. Я пойду немного отдохну. Иди, что наши воины лягут спать пораньше. Вы распределили припасы, да? Я старался быть честным. Не уверен, что он опоздает на неделю-другую. Они теряют силу. Опа, их уже 1800 осталось. Ха! Наша армия тоже не в лучшем состоянии. Видите ли вы штурмовые башни в поле зрения? Да, они закончили играть в игры. Что касается поставок, крестьяне, которые не получили припас, на прошлой неделе убежали. Удовлетворенность наших людей определенно снижается. Боевой дух значительно снизился за последние несколько недель. Некоторые мужчины сбежали из стен замка. Войско Атан не потерпело столько потерь, сколько должно было. Надеюсь, они получат по заслугам. Они не уйдут далеко. Его окружил замок, он должен их поймать. Они возобновляют атаку. Осадные башни прибывают. Становись к баллисте! Уничтожи штурмовые башни! Минус 600 просто. Лучники, на меня. Готов к приказам. Я сказал лучникам, где они все? Они, их здесь нет, ваша светлость. Черт, готов? Зарядить луки. Они приближаются. Масло выливайте, масло. В другой стене, быстро. Если бы только у нас было больше, чтобы столкнуть их. О, черт, используйте все, что сможете найти. Нам нужно сбить эти лестницы. Кого? Я не могу уйти сейчас. А, сбить лестницы. Пошел отсюда! Все, что у нас есть, ваша светлость. Черт, они продолжают прибывать. Мы не сможем больше продержаться. Даже Бог улыбается нам. Бог милостив к нам. Боги присматривают за нами. Держитесь, и вы увидите конец этого дня. Да, Задаверн. Битва у стены длилась несколько часов, но это было далеко не окончено. Ваша милость. А, знакомый момент. Дезертир. Нашли одного из наших, прятался в хлеву. Собик? Мне кажется, это где-то уже случалось со мной.
Их слишком много, у нас нет шансов на победу, если вы отпустите его, остальные последуют за ним. Наша армия и так скудна, поэтому нужна каждая пара рук, способная держать меч, ваша милость. Собакам нет места под моим знаменем. Позор, вы сделали то, что должны были, ваша светлость. Сюда, ваша светлость. Я мог все припасы раздать, кстати. У меня бы челики не сбежали, крестьяне. Сыновья, да верно. Мои братья, мы выстояли с вами даже в самые худшие времена. Мы доказали свою силу во многих сражениях. И сегодня мы докажем это снова, мои самые смелые воины. Я предлагаю вам бороться за все, что вам дорого. За Доверн. Чем не раздавал, на всякий случай оставлял. Ну, я же не знаю. Типа, я думал, может быть, король опоздает, нам придется на одну неделю дольше продержаться, понимаешь? Армия Атаны стала терять терпение. Когда была возможность, воины Доверна отдыхали, но все равно должны были держать ухо востро. Воины Доверна не знали, что битва близится к концу. Музыка из менюшки. Королева ждет вас на стене замка, ваша светлость. Свидание. Мама на стене, она сказала мне подождать ее здесь. Не волнуйся, ваша светлость, мы позаботимся о вашей дочери. Не замерзни, малышка. Наши припасы, осталось еще 4 ящика. Мы понесли некоторые потери, если быть честным, то все это выглядит довольно мрачно, ваша светлость. Ваша милость, оставайся в тепле. Где Митик? Его шея была проткнута насквозь. Он выпал через стену во двор, мальчики должны были отнести его к остальным, но они ничего не могли сделать, будь я проклят. Что насчет Бьянки? Митику уже хотя бы удалось сделать ей предложение. Имеет ли это значение? Это нехорошо так говорить. Ты прав, я лучше допью, пока могу. Будьте сильными. Когда закончится этот кошмар, не думаю, что мы будем спать сегодня ночью. Вы будете в безопасности. Кажется, тебе здесь хорошо, как поживают остальные. Большинство людей не хотели оставаться возле ворот. А, ну я это уже спрашивал. Мой? Тут есть дворцовые интриги, браки, да, все есть. Аврелия, я не смогла спать, а там теряю терпение. Она любила это место, не так ли? Счастливая или сердитая? Она всегда приходила сюда. Варсуля, я так сильно скучала. Хотелось бы увидеться снова, как она смеялась, когда всегда не принесла ежика. Или как носилась с петухом. Хотела бы я, чтобы она снова спорила с Азалией насчет Майи или по поводу всех шалостей, которые сделала ее младшая сестра. Я хотела бы, чтобы она могла познакомиться со своей новой сестрой. Сначала она бы злилась, но потом быстро полюбила ее и уверена в этом. Хотела бы я, чтобы мы посмотрели, кем бы стала Варсуля. Я так по ней скучаю, Эрик. Мы отомстим за нее. Его пока не знает, но мы его поймаем. Стены выдержат. Если мы продержимся чуть дольше, армия его ослабнет, и он останется один. Вот тогда мы его и возьмем. Он поплатится за свои поступки. Мы отомстим за Варсулю, дорогая. Надеюсь, ты прав. Ты родился, девочка? Ох, я надеюсь, что это закончится. Я тоже надеюсь. Мы должны оставаться сильными. Ради нее. Выстрели в кого-нибудь. Я чувствую себя безопасненько и разбросанным по всему замку. Ну, просто хочу, чтобы это все закончилось. Харми истощает с каждым днем, вот почему они становятся нетерпеливыми. Где медведь? Все в порядке. Не могу уйти, понятно. Я отдохну, убедись, что наши воины лягут спать пораньше. Увидимся утром. Ваша милость, выпейте еще с нами. Что ж, придется. Эй, Стэн, присоединяйся к нам. О, вы мне, в самом деле. В конце концов, давайте выпьем. Не ты, Седане. Она вроде там была. Вот ты где, дорогая.
Они здесь! Эрик! Возьми с собой седан! Спеши, беги скорее в покое, сейчас же! Я присоединюсь к тебе позже! А там у ворот! Воины за мной! Все остальные уходить подальше в замок! Воины доверны! Ива наносит удар по нашим воротам! И он утверждает, что мы лжецы-обманщики! Утверждает, что мы играем с магией, он еще никогда так не был далек от правды. Воины, наверное. За Ларсулию. Его король Атаны сжег мою дочь, и теперь он пришел в Давер наш дом, чтобы сделать то же самое и с другими. Они хотят прорваться через наши ворота. Бери жену, бери детей, бери все, что тебе принадлежит. Мы не позволим им, ибо это Даверн. И мы не сдаемся за Даверн. За вашу семью, за Ларсулию. Задержите их. Они внутри. Держись. Их слишком много. Защитим короля. Ваша светлость, вам нужно уходить. Моя семья в безопасности в замке. Я не оставлю своих людей. Останься со мной держаться. Настоящий король остается на поле боя. Где же Эдрик? Ну черт. Сколько игра стоит? Ты дешево? 300-500 рублей, по-моему. Ей! За короля! Король Едрик сумел прибыть как раз вовремя. Атана потерпела поражение, и теперь Ива ждал судного часа. Подсексим их, да. Окончательный заказ. Все живы. Положи ему конец уже. Ива. Сделано это. 5000 человек не смогли пройти через эти стены, даже ни одной царапины. Как боги услышали тебя, что ты сделал, а? Из их людей они выбрали тебя. Воклялся им, что очищу этот мир от магии. Что это за колдовство? Нет никакой магии. В этом не замешана магия. Это была только большая подготовка, тяжелая работа и немного удачи. Если бы это была магия, было бы намного проще, поверь мне. Ой, что за чушь? Хватит ходить вокруг да около. Ты заключил сделку с дьяволом, скажи-ка, как ты сделал это? Все, что я хочу знать, это как ты отравил моего отца. Что-то какой-то странный выбор, но я думаю, он уже не так важен. И вы действительно в это поверите? Подожди-ка, так ты действительно в это все веришь? Зачем мне отравлять Талиса, человек, который дал мне войско, подарив тем самым шанс остановить Радовию? Ты и твои трюки, пусть боги проклинают тебя, я подготовил идеальный план. Я представил все возможные доказательства, зуб, склянка, письмо. Разница лишь в том, что эти улики должны были привести к человеку, который убил бы тебя. А не моего отца. Так значит, это был ты. Действительно, я приготовил яд, но собирался убивать... Не собирался убивать своего отца. Пытался меня убить? Почему? Ты пытался меня убить? Вы упомянули, что улики должны были указать на моего убийцу. Ты пытался убить меня в ночь свадьбы? Ничего личного. Ах, не веди себя так, будто это стало для тебя неожиданностью. Если бы ты сошел с этого трона, я был бы королем, да, верно. С твоей дочерью у меня не было бы проблем с местными лордами и дворянами. Они приняли бы меня как короля. И с уликами, которые я разбросал вокруг, я вел бы расследование. И поверьте мне, я бы это сделал гораздо лучше, чем ты.
после королевского суда люди были бы на моей стороне. А что касается Атаны, я бы получил корону рано или поздно. Но я должен был доказать отцу, что могу принимать решения. И кто знает, может быть, в ваших архивах был ключ к тому, как вылечить мою маму. Если бы это получилось, мы все снова стали бы большой счастливой семьей, глупо может быть. Но разве вы не пошли бы на многое ради своих близких? Почему ты убил Ларсуль? Ты убил мою дочь, такое нельзя простить. Я до сих пор не понимаю, что она сделала, чем заслужила такую участь. Разве я не ясно выразился? Она не слушала меня, она думала, что я лжец. Наварила какие-то зелья, наверняка пыталась меня отравить, а ее кошка сводила меня с ума. Кошачья шерсть была повсюду. У меня в кружке, тарелке, даже в моей кровати она получила по заслугам. Самое главное, что она помогла вам во время битвы с Радовией, не так ли? Надо вам знать, что мы не придем, возможно, таким образом дав вам преимущество над Радовией. Она была предательницей, какой еще у меня был выбор? Так ты убил Талиса, чтобы править Атаной. Кажется, это тянет на мотив, не так ли? В сотый раз, повторяю, я не травил своего отца, я любил его. С ним было трудно с тех пор, как заболела моя мама. Все, что он делал, это молился в ее комнате и искал лекарства. Он относился ко мне так, будто я не существовал. О предательстве. Ты не помог нам, когда дело дошло до битвы с Радовией. Почему ты действительно спрашиваешь? Я надеюсь, что они сделают эту работу за меня. Пф. И без тебя живого трон перешел бы ко мне. Жаль, что мой отец не дожил до этого момента. Довольный. Не хочу я тебя что-либо слышать. Ты продолжаешь говорить, что это я отравил Талиса, но я не понимаю, в каком случае мне было бы это выгодно. Звучит так, будто бы ты тоже его не отравил. Как ни печально, похоже, мы никогда не узнаем. Так это он и сделал. Он же только что это сказал. О, боги, вы уже выиграли. Расскажи мне, Эрик, как ты подменил кубки? Я не делал этого. Жалкий лгун. Ты мне противен, отвратителен. Слабый, скользкий, противный. Он весь липкий и липкий. Вид Брута. Я искал его везде. Разбудил каждый горшок, даже на кухне. Да это же... Точно. Это пятнышко, улитка. По счастливой случайности. Что? Если бы не улитка Седани, мне бы подали отравленное вино. Седани сказала, что она перевернула каждый горшок на кухне, чтобы найти улитку. Тогда она, должно быть, и поменяла кубки. Талису подали отравленный напиток, который на самом деле предназначался мне. Этого быть не может, невероятно, я был побежден улиткой, и все это из-за улитки. Это лучшая шутка дьявола, ты об этом пожалеешь, Ива. Оставь свои угрозы, побереги силы, все уже закончилось, Ива, король Атаны. Вы обвиняетесь в отравлении короля Талиса и попытке убить меня, короля Доверна. Измена, резня мирных жителей, ведение несправедливой войны против королевства Доверны, самое ужасное. Безжалостное убийство принцессы Ларсули, она этого не заслужила, и такого как вы. Долой его голову! Пусть он сгниет в темнице! Он не заслуживает пощады! Ну... Я вообще считаю, что пожизненное заключение гораздо хуже, чем смерть. Но вот этот вот кусок говна заслужил. Помолись. Это навряд ли поможет, разве что принесет покой твоей душе. Это конец. Правосудие должно свершиться над тобой. Ты дурак, если думаешь, что это что-то изменит. Да, смелые, гордые мои люди это так просто не оставят, когда услышат, что их король мертв. Готовьтесь, ибо эпоха гнева ждет вас. Возможно, у тебя не будет там, чтобы узреть это. Ива, король Атаны, за свои преступления был приговорен к смертной казни. Нам не покажут, как ему голову с плеч будут срубать. Жалко, жалко. Наконец-то наступило затишье. Просто подожди, пока она немного подрастет. Не заметишь, она начнет бегать по замку, как маленькая кошка. Ты знаешь, что я не против. В конце концов, все наладится. Я надеюсь, что она будет больше похожа на Ларсулю. Она почти не доставляла нам хлопот, когда была маленькая. Он не говорит так, все наши девочки были хорошими. Надеюсь, я в зале не попала ни в какую беду. Вы ее знаете, она справится, как всегда. Может быть, она приедет к нам в ближайшее время, ведь теперь война закончилась. Лучше бы ей приехать. А где Седани? А вот она. Как ты думаешь, смогу ли я когда-нибудь подружиться с родовским зубром? Он мог бы стать отличным разведчиком. Разведчик уже очень помог нам с Седани. Ты даже не можешь себе представить, как. Family matters, ачивка. Don't lose Aurelia or Седани. Как ты думаешь, сколько это будет еще продолжаться? Ты имеешь безмятежный горизонт?
Время покажет. Вы решили обезглавить ее. Палома, жена Талиса, так и не отправилась от болезни. Как выяснилось, никакое количество крови, пролитое от имени богов, не может изменить судьбу человека. Преемник Ива на короне Атаны расценил свое поражение как позорную растрату ресурсов и поклялся, что этого больше никогда не повторится. Имея это в виду, Атана начала собирать новые подразделения под их знаменами. Новая война была на горизонте. Решили убить Бейрона за то, что он сделал. Без кого-то, кто мог бы руководить ими, свободные люди Бейрона рассеялись по земле, навсегда пытаясь скрыть свои акценты в страхе. Ни один родовец никогда не мог чувствовать себя в безопасности и доверии. Оба! Девахи! Ты позволила Салли сбежать с Майей. Хотя король Эрик больше никогда не видел свою дочь, она никогда не забывала отправить ему письмо в своих последних приключениях с Майей и любви всей ее жизнью. Эрик спал лучше ночью, зная, что Салли была счастлива. Вы были хорошо подготовлены к войне Сатаны, и благодаря вашей защите всегда не переживал ужасы. Давние войны казались далеким прошлым благодаря вечно веселой Седане. Малышка, как любил называть ее Эрик, продолжал радовать людей своим позитивным отношением или продолжал быть несколько раздражающим в зависимости от перспективы. Вы слушали своего верного советника во время королевского суда. Одри продолжал служить Даверну как мог. Королева Аурелия пережила конец. Аурелия была безумно рада увидеть конец ужасной войны. Она продолжала поддерживать Эрика в его будущих делах. Вы отказались выполнять ритуал. Битва Сатан нанесла настоящий удар по здоровью Эрика. Новорожденная принцесса Варсулия, храбрая, принесла много радости в жизнь Эрика и Аврелии. Хоть у короля не было преемника престола, он никогда не переставал задумываться о других возможностях и был благодарен новому члену семьи. Несмотря на ваши усилия, некому было занять ваш трон. Без законного преемника на троне Даверн вступил в период престола наследия. Прошло много бурных лет, прежде чем был объявлен новый король, но это уже другая история. И это все. Вплоть до своей последней минуты жизни, король Эрик не переставал сожалеть о некоторых своих решениях, мечтая повернуть время вспять, чтобы изменить ход событий хотя бы нескольких из них. Спасибо за игру, ваша светлость. Да, ваша светлость. Yes, my lord. Yes, your grace. Ачив очка. Ну, я считаю, что мы вышли на хорошую концовочку. Самое время послушать бодрый польский поп-рок, фолк-поп. Хоп-хоп, можно вставать из кинозала. Да, только на улицу не выходите, там болезни. Там вирусы. Конг пропустил. Ну, простите. Простите, финалочка была. Здесь надо этого Распутина танцевать. Кокошник нужен. Что дальше? Дальше новиночка One Step From Eden называется, рогалик. Чем закончилось? Только открыл на титрах. Медведь никого не сожрал, медведь всех защитил. Давайте пока музыка играет, посмотрим еще ачивки. Если они не скрытые, конечно. 7 скрытых есть. Zero Villager Contentment 0. Пускай закончится золото, закончится supply. Помоги всем родовцам, но это понятно.
Продай пустые стены, продай все картины. Помоги Штефану. Ну да, я ему чуть-чуть не помог. Скажите Ларсули, что все будет хорошо, вместо того, что я люблю тебя, холодное сердце. Я верю в магию. Купи все гемстоуны. Я не мог их купить, к сожалению. У меня не было денег на тот момент. Вот ты узнаешь о всех этих новых рогаликах? Да хрен его знает. Как-то так получается, что вот они выходят, и я о них узнаю. Блин, мне очень нравится вот эта мелодия, офигительная просто.